Оказывается, в настройках организма есть кнопка тильт. Она выключается, и все. И ты счастлив. Ты знал, что эта тема есть? Братан, в настройках организма. У тебя есть настройки организма твоего? Дядь, ну тогда тебе надо как-то поработать с этой темой, понял? Ты как-то просветился или что-то сделал? Да, я просветился, понял? Я понял, что... Я проснулся... Понял. Я проснулся и такой, я хочу без тильта. И такой, а что, я не могу, что ли, без тильта? И такой, все, класс, я без тильта. И все, и тильт ушел, прикинь? Все, я теперь вообще не расстраиваюсь. Я теперь все. Ну, ты, главное, не расстраивайся, но выиграет Гинсуха все равно. Ничего страшного, деньги заберешь в бюджет. А хотя не заберешь у нее нож, тогда Вадя выиграет. Ну, так я вообще тогда рад, получается. Да? Ладно, да Варпач выиграет. Ничего страшного, и Сердце в ноль, блять. А кто выиграет? Никто не выиграет, всем в ноль. Вкус прошедшей годовщины вас. Ла-ла-ла-ла-ла, какой чудесный день, какой чудесный я. И песенка моя. Кулон носатый тильт? Нет, вообще не тильт, дядь. Настроение бомба. Я вообще, а прикиньте, я сейчас перестану тильтить вообще навсегда. То есть я разучусь тильтить. Представляете, как это будет? Я вообще никогда не буду тильтить. Все, типа я просто разучусь тильтить. Если я тильтану, я побреюсь на лысо. Что думаете? Ребят, я бы даже если сейчас бы играл без папк с такими лагами, с которыми я играл, я бы не расстраивался. Потому что кто-то вообще не может поиграть папк, понимаете? У него не поддерживается телефон. У меня такая же хуйня, как у тебя. У меня уже 700 или 800 кейсов, нихуя, ни ножов, ни перчаток. Братан, не расстраивайся, зато у тебя здоровье хорошее, понимаешь? Ни ножов. Киндери! Бля, вот этот чел охуенно так разговаривает. Эй, киндери! Мне чел задонатил $25 и написал тильт в студию. Как у меня может быть тильт с того, что мне чел задонатил $25? Как это? Мог больше задонатить. А, типа он мог $100 задонатить, я должен расстроиться из этого. Ну это обидная хуйня, кстати, обидная. Но я не расстроюсь. Знаете почему? Потому что я не тильчу. Меня, братан, ну и что ты положишь стрим? Что ты этим добьешься? Ничего страшного, я запущу. Братан, нет, я не расстроюсь, понимаешь? Смотри, вот если бы ты положил мне стрим и все бы ушли от меня вообще. Но они же ко мне обратно придут, понимаешь? Мои же зрители обратно придут. Почему? Мне расстраиваться. Ведь те, кому я нужен, все равно придут. Братишка, все, кому я нужен, все равно придут. Плюсаните, кто бы не пришел. Но честно, кто бы не пришел. Просто хочу напомнить, что ты еще в бане на Твиче. Братишка, ты понимаешь, что я в бане на Твиче, но при этом меня все равно смотрят большое количество людей. Понимаешь, они приходят на мои трансляции. Как это? Как мне расстраиваться? Почему мне? Зачем мне расстраиваться? Ведь у меня все так хорошо. У меня остались те же самые рекламодатели. У меня хорошее здоровье. Я не болею ковидом опять. Но я не знаю, все прекрасно. С мамой все хорошо. Зубы полечился. Маленький онлайн. Братишка, понимаешь? Маленький онлайн — это когда у тебя смотрят два человека. Ты с авторизированного, ему бот. Понимаешь? Это маленький онлайн. Вот это маленький онлайн. А представь на одну секунду, что рядом с тобой сидит 10 человек. 10! А представь на секунду, что рядом с тобой стоит 100 человек. И тогда вдумайся, что такое 10 тысяч. Вдумайся, что такое 10 тысяч человек вокруг тебя. Это огромный стадион, понимаешь? Это огромный стадион. Ребят, я вам скажу так. Тильта, как и кринжа, не существует, понимаете? Он в вашей голове. Как я могу расстраиваться, когда мне... Я просыпаюсь, а мне пишет CSGO Run, что они хотят сделать турнир на 600 тысяч рублей совместно со мной. И понимаете, знаете, с кем я буду комментить? Я буду комментить с Алексеем Пчелкиным. Знаете, что я понял в своей жизни? Что мысли материальны. Все, о чем ты думаешь, оно сбывается. Но оно не будет сбываться просто так. Нужно что-то к этому делать, правильно? Нельзя сидеть просто думать, я стану богатым. И ты стал богатым. Типа, такого не бывает. Но если ты что-то будешь к этому делать и об этом думать, то оно обязательно сбудется.